Только все опять закружится по спирали тех страстей, что для нас. Как все опять закружится по спирали тех страстей, что для нас подобно. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня пилотный выпуск программы «По спирали тех страстей». Сегодня у меня в гостях 3N7. Собственно, автор этой передачи. В этом пилотном выпуске мы зададим разные вопросы будущему. Первый вопрос. 3N7. Откуда такой никнейм? Ну, вообще, такой никнейм появился еще давным-давно, в 2000 году. Что он означает, сейчас уже точно не вспомнить. Там еще очень много всяких символов разных. Вообще люблю цифру 7. Потом есть некоторая концепция, тогда, которую я придерживался, о триединстве как бы некоторых личностей. Но, в общем-то, в целом сейчас она не совсем актуальна, но так вот осталось, как бы и менять не хочется. И вот, в общем-то, так вот и осталось. 3N7 и 3N7. Я думаю, что... Может быть, когда-нибудь и поменяем, потому что все меняется. Ну вот, может быть, в следующей жизни будем как-то по-другому называться. Вряд ли уже назовемся 3N7. Хотя, кто его, в общем-то, знает. Ну, ты и даешь. 3N7. Тупые никнеймы еще до интернета себе придумывал. Да, вот совершенно верно. Еще действительно до интернета придумывал тупые никнеймы. Очень справедливое замечание. Я согласен. Но вообще, вот эти цифровые с буквами разные никнеймы, они, да, в интернетах в наших встречаются, а тут раз тебе еще и до интернетов такое было. Но, в общем, в целом, мне что радует меня всегда, то, что я когда был, например, в каком-то вот кругу, где называются люди из разных произведений, там Lord Zoe Side там и так далее, да, и когда они услышат 3N7, они начинают смеяться, но я-то придумал свой никнейм сам, а они берут их из произведений, поэтому я думаю, что в этом плане я не то что круче их, как бы я не круче их ни в коем случае, но в том плане, что что-то вот такое выдумал, придумал интересненькое, и так вот пошло и поехало, и уже получается, едет это все 23-й год уже поедет. Вообще, начиная вот в феврале я с горки катался. 5 февраля 2000 года я катался с горки и начал сочинять всякие стишки тупые. Потом уже летом придумал никнейм, а осенью уже потом 2000 года я начал писать всякие вот альбомы разные веселые. В общем, ну, там они издавались, не издавались. Где ранние альбомы? Да, вот хороший вопрос, где ранние альбомы. На самом деле, они потерянные. И, в принципе, ничего такого нет. Но, как бы, где-то что-то исполнялось вообще по городскому телефону. То есть, раз так на городской телефон звонишь и под гитарку исполняешь там. Аккорды, ритмы там. Ну, периодически какие-то были онлайнники, квартирники, природники. Но, в принципе, потерялись, но там... Есть парочка кассет каких-то там где-то лежат у кого-то там на полочках, но в целом они уже, надеюсь, все размагничены и утеряны. То есть, по большому счету, уже в цифровом виде ничего-то не найти, не реконструировать, да? Ну, в целом, конечно, мы в рамках воображения мы собирали целые стадионы, дворцы спорта юбилейные и разные рода... Ледовые дворцы из КК собирали, в общем, и в Москве тоже лужники собирали, и везде. Мы прыгали, бегали, и 3N7 везде скакали, в общем, было очень здорово, да. Ну вот, начиналось все с телефонов городских, и под гитарку, и моя бабушка в такие фильмы, она очень бегала и сердилась, что я с гитаркой по телефону разговариваю, да. Ну, ты прямо как время опережал. Даже через проводные телефоны песенки пел. Совсем ты 3 Ньютона с 7 ЕБОБО.
Да, вот триютона. Вот именно, что я триютона. Ему вот так. Ну, такой уж, уж тут поделаешь, тут уж, как уж, как бы, тут уж, мут уж, от уж, тут уж, пат уж. Вот так. Правда ли, что ты вел тетрадные дневники? Ну да, вел, конечно, вел тетрадные дневники. Еще да и я вот их вел до того, как интернеты у меня появились. У меня интернеты появились в 2007 году. Я перешел на блогинг, на дайрики. И там уже вел дневнички. Но, в общем-то, да, я действительно вел тетрадные дневнички. Но они тоже. Я их уничтожил на самом деле, там по каким причинам, я не буду рассказывать, но, в общем, уничтожил дневники. Ну, там я рассказывал всякую дребедень. Вообще, как бы, в общем, ничего, никакой ценности эти дневники не представляли. И там я писал с ошибками и глупости всякие. Так что, в общем-то, я правильно сделал. Сейчас никакие дневники не веду, ни тетрадные, ни блогерские, никакие дневники не веду. Вообще, дневники это неинтересно. Дневники это уже как бы прошлый век, сейчас никаких дневников. Сейчас видеоблогинг, как бы, в почете. И то даже он уже тоже уже не в почете. В общем, сейчас я даже не знаю, чем лучше заниматься. В принципе, кому-то интересно видеоблогинг, да, но мне сейчас интересно мои проекты, рэпчики интересны, и, конечно же, мне очень интересны еще вот эти вот штуки разные, такие как «Петербургские страсти», я создаю такие, такой спектакль, не спектакль. Но вообще, в целом мне больше всего интересны, как бы, вообще мои всякие медитационные дела. Вот это вот лучше всего и интереснее всего, да. Почему ты с детства был религиозным? Ну, семейка Адамс как бы такая была у меня, в принципе, потому что у меня семейка Адамс была, как бы, и надо было куда-то уходить из семьи, но куда не уйдешь, потому что во дворе тоже страшно. И вот поэтому, да, религиозность некая присутствовала, и как бы да. Ну, с другой стороны, может быть, это какие-то еще с прошлых жизней такие приветы, ответы. Вот. В общем, сложно сказать, но мне нравилось и до сих пор нравится. Но сейчас я уже не сказал бы, что это религиозность. Это скорее именно идет более такой интересный опыт. Ну, я думаю, что это как бы очень интимная вещь, и я об этом рассказывать не буду. Расскажи о радиотеос и протестантизме. Ну, что о радио Теос тебе рассказать? Ну, в целом, да, было такое радио, значит, Теос, как бы сейчас тоже есть, но тогда было очень весело радио Теос, там все как бы прыгали. Ну, ты посмотри там на гугле 37 радио Теос, и все послушаешь, что мне тебе рассказывать об этом. Ну, протестантизма, ну, это, да, интересно было, но мне как бы евангельская церковь нравилась, потому что там концепция была то, что не нужно всем в ад попадать навечно, что как бы Бог есть любовь, и на самом деле вечного ада не существует. Вот это меня привлекало, да, в радио Теос, и, в общем-то, и в Евангелической церкви, и в Кочинезейского, да, ну, в целом там прикольная атмосфера была. Ну, я бы, конечно, вообще изначально с детства я был буддистом всегда, с самого детства, на самом деле, потому что я, как бы, у меня были статуэтки Будды, все это было, но потом я почему-то мне тут как бы был такой страх, что это все-таки язычество какое-то. В общем, потом меня на христианство тыкнуло, а потом опять как бы, ну, христианство это страх для меня в целом. Вот. Ну, хотя там есть здравые мысли, но буддизм дает свободу и счастье. Вот. Это вот как бы вот могу точно сказать, что это классно. И, в принципе, в детстве я когда перед статуэткой Будды молился, мне всегда ответы были просто мгновенные. Это просто вот так вот. Как щелчок, да, как щелчок был. Вот. Но в целом буддизм не про это, не про молитвы, не про щелчки. Он более такой, конечно, сложный, непростой. Но в целом, может быть, даже очень простой. Ну, я, в общем-то, думаю, что религиозность связана непосредственно с семейкой Адамс. А что касается радио Теос протестантизма, да, это круто, и мне, в принципе, нравится вот атмосфера протестантских церквей, до сих пор более такие, менее либеральные общества у нас, и, в общем-то, да, я думаю, что в целом у нас, как бы, счастливый Ингерманландии вот еще будет такой этический протестантизм, такой крутой, веселый, жизнерадостный. Так, и в общем, да.
Так, Театральные студии. Что это за опыт? Ну, театральные студии — это опыт вообще очень классный и великолепный, театральные студии. Я начинал, да, в одной театральной студии еще в 10 классе, но я в 10 классе был таким... Я после школы просто ушел вообще в свободный полет и там летал. Просто летал, на троллейбусах катался, и на автобусах, и на метро катался, и сочинял всякие штуки-дрюки прямо в метро. А школу посещал раз в неделю, потому что у меня такой был свободный график посещения школы. То есть я учился в такой супер-мега-свободной школе, и вообще это было здорово. И поэтому у меня много свободного времени было. Я вроде бы и на заводик бегал где-то там чуть-чуть, полтора месяца, потом ничего не делал, только вот ходил раз в месяц в школу и, конечно, на театральной студии, да, это было очень здорово, вот, но это первая театральная студия, там был, в принципе, опыт такой, больше постановка речи была всякая такая, и еще там были интересные люди такие все, с такими глазками сияющими, такими ресницами километровыми до небес. Вот. И вот они все, значит, такие все воздушные, летающие были. А другая киностудия, это вообще было круто. Это Зиновий Яковлевич Карагодский создал творческий центр «Семья», «Театр поколений». Там непосредственно была вообще сказка. Но там сначала я поехал, как бы, первый раз на кастинг. Поехал я, взял балочка 6, как бы, по портеру, и еще чего-то. Потом приехал, гребный суп поел, очень пьяный был я, и поехал на День открытых дверей, где-то поколений, День открытых дверей, где-то поколений, и творческий центр «Семья». Там, в общем, было супер, я приехал с пивным перегаром, наверное, не знаю, может, не пивным перегаром, но, в общем, я прилетел туда, там кастинга никакого не было, там просто мы берем вас, вот и все. Вот. Ну, я потом ходил, там много-много людей, и меня что поразило, что в той театральной студии до этого, который занимался, там немного людей было, там, ну, так было все, как бы, чуть-чуть. А тут как бы все быстро, полукруг, там, зачины, там, всякие, в общем, так быстро надо реагировать было, все вот так, и стенку дубасить надо было, и Антигону мы там ставили, но не Антигонуса этого греческого драматурга, а именно вот Антигону Жана Ануэ, там, такой у нас драматург французский, в общем... Там было такое прям вообще, но в целом там интересные люди были такие, веселые, жизнерадостные. Но я там не сегодня плохо реализовывался, потому что я там что-то тупил. Я вообще очень тупой был, как бы, и тупил там всегда. Вот. А потом, как бы, мы после занятий еще тусовались, там пили пиво и тусовались. Но вообще, в принципе, даже я первый раз там в этих кругах, как бы, пыхнул первый раз там даже, ну, там другая только группа была, там более младше меня там. Вот, и как бы там был такой опыт, мне на день рождения еще подарили потом, вот. И я потом в целом на день рождения так мне подарили, я прямо в паспорт засунул, значит, пакетик, и в пакетике как бы в метро шел. Меня полиция не останавливала, паспорт не открывал, если бы паспорт открыл, там меня бы улетело куда-нибудь бы на Магадан. Ну вот, в общем, так здорово было там. Потом вот мы уже в этой сфере тусовались, получается, так где-то 3 года там занимались пластиками разными и разными интересными вещами. Но там был такой опыт, как бы хороший опыт был в целом, но в целом там дали реализоваться дали, да. Там вот было то, что играл я там, да, Фауста я там играл по небольшому произведению, по пушкинским трагедиям маленьким, вот там Фауст немножко поиграл так, но в целом у меня тогда зуб отсутствовал, я поэтому комплексовал, и я не реализовался. Вообще там как бы комплексы все равно оставались, но в целом они немножко уходили. По чуть-чуть уходили, и я не знаю, когда там потом. Ну, в общем, там мне нравились вообще зачины всякие и разные интересные вещи. Вообще там, да, открывался мир такой особый, творческий, интересный. Но в целом я бы сейчас, если бы прожил бы по-другому, я бы машину времени бы запрыгнул бы и все поменял бы, вообще все сделал бы по-другому, я бы вообще бы там по-другому. В той театральной студии я вообще педагогом бы стал, а в этом театральной студии я бы просто по-другому бы себя вел и больше бы реализовывался. А так я тупил и вообще очень-очень сильно тупил. И теперь я жалею, что я так тупил, но такой уж тупой, ну что поделать, как бы туповатый такой человек, да. Видел самого Карагодского? Ну, видел, да, конечно, видел. Я вот, когда были у нас какие-то
интересные такие занятия, там, не занятия, а вот именно показы, такие там день открытых дверей, день ЦИСа там было, да, там выступать надо было. Вот я выступал, да, Президент Викторович Крагоцким, да, но я тупил. Вообще был случай, еще я стоял на крыльце, курил. А, обычно сигареты я курил тогда, в общем, вот, никотин отстой, я как бы еще раз рекомендую бросать курить всем, и никотин еще бросать, это отстой, я не курю уже давно, с 2017 года, и очень счастливый некурящий человек, и Алан Карр рулит, ну вот, в общем, тогда я тупил, тоже курил, и как бы Зиновьев еще подходит, говорит, а что вы стоите здесь на улице, почему вы не заходите в театр? А я говорю, ну, то я курю, вот как бы вот я хотел сквозь землю провалиться, как бы в ад там, или в мир голодных духов провалиться, в общем, ну... Не провалился, но, наверное, еще провалюсь, я думаю, что я еще обязательно провалюсь, потому что так опростоволосился перед таким великим человеком, я думаю, что это очень неправильно и тупо, в общем, не будьте такими тупыми, пожалуйста, как 3N7, не будьте такими тупыми. Кого из знаменитостей встречал? Ну, вообще, я жил на Дыбенко, там всегда время, все время я встречал МС Вспышкина, там он все время по Дыбенко ходил там, он там и умер, кстати, на самом деле, в метро Дыбенко он прям умер, ну, в общем, я его встречал раньше, да, часто встречал МС Вспышкина, но я-то типа рок-рок, я не знал ничего там, МС Вспышкина, ну, как бы я встречал, видел его очень часто, ну, еще я как-то Невский комплекс, когда открывали на Дыбенко там, я Акулева видел губернатора, вообще, когда был еще «Голосуй, не проиграешь», я ходил маленьким там, на нас скакали там еще какие-то группы, но это не считается, как бы, вот, так, чтобы прям встретить, ну, я Акулева встречал, да. Вообще, у меня один друг есть, он Акулева вообще постоянно встречал, он все время, он преследовал Акулева постоянно, получалось, что он куда-то едет, и Акулев там приезжает, как бы, и он, Акулев очень боялся. Этого друга вообще. Он все время Яковлев шугался, говорил, опять этот друг 3N7 тут ходит, бродит. Зачем он тут ходит, меня пугает. Алкоголь и наркотики. Расскажи, что это было для тебя. Ну вот наркотики были, алкоголь вообще был период, да, алкоголь, там вот это все было весело, интересно. Я помню, как бы, очень веселые приколы с алкоголем связанные, в основном, то, что было до такого степени у Невы выпивали столько пива, что потом надо было прикладывать подорожники вот эти не к больным местам, а проездной такой у нас в Питере, подорожник, да. И там, может быть, еще даже магнитные карты, по-моему, там еще подорожников не было. Но, в общем, у нас до такой степени пиво убивали, что мы, как бы, доставали из кармана вместо проездного кассету «Короля и Шута». Как в старой сказке там, или какая-то еще кассета «Короля и Шута». Вот, настолько, как бы, упарывался, потом приезжал, падал на диванчик, там все летело, там 20 лет спустя идут. И там кардинал Мазарини, там два кардинала Мазарини, 50 атосов там в телевизоре. В общем, все там разлетелось, развертелось. Но в целом я не участвовал в каких-то там, потому что вот поговаривают, что какие-то оргии там были. Никаких оргиев я не участвовал, в случае в оргиях там. Эти оргии не было, никаких оргий. Но в целом, да, алкоголь. Наркотики, в принципе, я не употребляю никакие наркотики, потому что наркотики, самые говняные наркотики, это никотин. Это самый дерьмо. Алкоголь тоже наркотик, в принципе, вот. Какие другие еще наркотики там, вот, это я не считаю наркотиками до сих пор, но в целом, некоторые считают, что наркотики, но в целом я уже, как бы, тоже не употребляю ничего, в целом я, в общем, против этого всего, потому что нужно заниматься именно саморазвитием и достигать таких вот состояний, которые будут очень счастливые, хорошие состояния, да. Вот это лучше всего. А по поводу опыта алкоголя, наркотики, но в целом ничего интересного нет. Ну, на какой-то период это было весело, а сейчас вообще не интересно и не весело совершенно, да. Буддизм – это счастье. Да, вот буддизм – это реально счастье и действительно дает то, что не даст тебе никакой ни наркотик, ни алкоголь, ни секс, ничего тебе такое не даст. Ни рок-н-ролл, ни поэзия тебе не даст то, что дает буддизм. Но в целом очень похоже. Они там, ну как бы они по чуть-чуть дают, но это по чуть-чуть. А тут более полная картина идет. И ты уже опираешься, у тебя есть фундамент, и ты знаешь, куда идти. Вот. По себе могу сказать, что я знаю, куда я иду, и это очень важно, потому что большинство людей, они не знают, куда они идут, но вот я узнаю, куда я иду, и этому я очень рад.
И у меня есть направление, и поэтому мне с пути не сбить. Меня с пути не сбить, потому что я знаю, куда иду. Вот. И это здорово, и это счастье. Это самое-самое-самое-пресамое счастье. Кем был в прошлых жизнях? Ну, кем только не был, был и женщинами бывало, и мужчинами бывало, и тараканами, и клопами, и комарами, и котиками, может быть, еще адскими всякими существами, в аду там горел, и не только горел, но еще и там это было то, что меня подмораживали, там замораживали, и всякие шипы, и расчлененка была, и голодный дух ходил там такой я, вот, и с таким пузом огромным, и с шеей такой тонкой, и ушко такое, как бы, рот размером с игольное ушко, вот, и много всяких было таких моментов, и чего только не было, но были какие-то и божественные миры, конечно, и хорошие, и веселые, и интересные. А вот, в общем, не знаю, мне где только не был, я думаю, но я ничего не помню, но уверен, что был вообще где только не был, да. Расскажи о мистике в своей жизни. В мистике мне вот больше всего мистика вспоминается такая, что Кеннер пропал у меня в детстве, Кеннер пропал, и раз так Кеннера ищем, а он под клеткой сидит, как бы, вот как он под клеткой оказался, я не знаю. Еще как бы был мамин любовник, он говорит, я пошел спать. Потом вбегает такой с рыжими волосами, говорит, что меня, говорит, там мужик проходил с одной стенки к другой стенке, и что сказал, что вот и шел отсюда мужик. Вот такой вот был случай у него. Ну, еще там были еще смешные случаи разные, но в целом еще там случаи были, что какие-то фонтаны били там, но я лично не видел, там больше у родственников мистики было, у меня мистики-то особо не было в целом, но был интересный случай такой, то, что мне приснился сон один, который сбылся, то, что мне позвонит, мне написала девушка смс-ку, что я тебя приду на работу. Она в реале не знала, где я работаю. И действительно, она потом зашла на работу, хотя она не знала, где я работаю. То есть в тот же вечер. Вот это вот та интересная штука была. Мне очень понравилось, но вот такая мистика. В целом, мистика – это мистика. Но я не знаю, что за мистика, потому что я вообще не люблю мистику. Я думаю, что реальность, она богаче разные мистики и выдумок. Я думаю, что реальность она более интересная. Вот. Пройдемся по твоему творчеству с конца. Что за альбом «Остров сокровищ»? Ну, «Остров сокровищ» — это такой альбом, который недавно вышел. Значит, он в целом, я почему «Остров сокровищ»-то? Я не люблю Стивенсона. Мультики люблю. Мультики я очень люблю. Фильм советский я тоже не люблю. Я люблю вот мультик Стивенсона. Но я почему так придумал? Просто есть такое изречение, что тот, кто прожил человеческую жизнь зря, бессмысленно, это то же самое, что побывать на острове сокровищ, но ничего оттуда не взять, по большому счету. Да, ну, может, я неправильно цитирую, но такая мысль. А еще у меня такая история, что был такой интересный человек, Бен, ну, я не как точно Бен, ну, не Бенджамин Ган, который вот все, ну, просто Бен такой был, реальный персонаж Бен, не связанный с «Островом сокровищ». Он тоже был каким-то хулиганом, бандитом, потом он стал святым человеком очень. И он был очень скромный. Почему там у меня цитата про йогурт? Потому что там был случай такой у него. Он уже когда был в монастыре, он подсел так, там йогурт раздавали, и он подсел так поближе, чтобы йогурт повкуснее ему дали. А потом вспомнил, что эго-то его, значит, хочет, жадность такая у него. И он взял, когда к нему уже подошли, вот Бен вам, гражданин Бен, йогурт, а он говорит, а все, я уже наелся. Вот, потому что он понял, что эго свое кормило вот этой вот жадностью. Ну и много с ним еще интересных историй произошло. Вот Бен тоже, да, вот то, что я подумал, Бен такой святой человек. А вот я сделал Бен Ган тоже святой человек у меня такой в моем, как бы, в моей интерпретации этого сокровища. И вот и интересная такая концепция. Ну, в целом там у меня всего намешано, и политики, и не политики. В общем, мне нравится «Остров сокровищ». Это очень такой интересный альбом, но не самый мой любимый. Мне больше всего нравится, наверное, «По порталу мира». Мне нравится «Сны одной ночи». Мне нравится. Еще мне нравится очень этот... как он там? Где всякие персонажи интересные.
такие разные, куча разных персонажей, там очень много. Я не помню просто, как их зовут. У меня в этой связи вопрос. Ты точно завязал с веществами? Ну, конечно, завязал, да. Ну, как завязал? Да, в целом, да. В общем-то, я уже давно ничего не... И вам тоже не советую в целом, да. Но в целом, зачем вещества, если мозг вырабатывает те же вещества? То есть, в принципе, мы это... У Пелевина все написано. Почитайте у Пелевина и поймете все. Так, что касается вот... Бенгана, ну, Бенган, он в Африке Бенган. А вот я забыл, какой альбом был такой хороший, здоровский, с разными героями, персонажами. Ну, в общем, вы сами знаете альбомы эти. Ну, мне не нравится альбом «Транспорт», он самый говнистый. Расскажи, пожалуйста, про сериал «Петербургские страсти». Ну, что рассказать тебе про сериал «Петербургские страсти»? Такой сериал «Петербургские страсти». В целом идея как бы была то, что разные персонажи еще, которые в рэпчиках начали появляться, чтобы про них целые истории, сериал такой сделать, радиоспектакль такой веселый, жизнерадостный. И очень здоровский сериал. Но, может быть, он и не очень, но мне разошелся я к третьему сезону, мне... Первый, второй там. Ну, там в целом про то, что разные персонажи ходят по Петербургу и не только ездят, и разные смешные с ними события происходят. Но в целом там очень закрученный сюжет в плане того, что там много наслоений разных, и там много ждет еще сюрпризов. Вот весной, может быть, если все будет хорошо, мы делаем пятый сезончик «Петербургских страстей». И там будет вообще необычные повороты сюжетных линий, и будет так все закручено, заверчено, что вообще, и будет очень здоровски и великолепно. В общем, пятый сезон, он будет интересный, и в целом есть цель у «Петербургских страстей», но какая, я вам не скажу. Поговори со мной от лица кондукторши, косплейщицы и барабумбы. Ну, от лица кондукторши, косплейщицы я тебе могу сказать. Вот ты задаешь мне разные вопросы, но все ответы, они в тебе. Все ответы, они в тебе. Вот ты задаешь мне вопросы разные. Но вопросы, все ответы это в тебе. Понимаешь ты? Ты сядь на подушку-то, попку свою красивую, на подушку посади и сиди в лотосе, изучай себя. Погружайся в себя. А от барабумба я могу сказать. Чего-то мне не нравится этот подкаст. Я пойду вкусно кушать лучи салатики. Вот как бы вот тебе могу сказать от лица. От лица могу так сказать. А чего? Я думаю, что больше бы они тебе ничего не сказали, эти персонажи. Ни кондукторша, косплейщица, ни барабумба. А как вообще ты придумывал всех этих персонажей? Ну, как придумывал всех этих персонажей... Никак не придумывал я их, они со мной всегда, эти персонажи, они во мне живут, эти персонажи, они откуда-то из каких-то моих темных закоулков сознания вынырнули и обратно не вныривают, вот такие вот персонажи страшные. Но в целом мне просто на ходу придумывалось это в основном, но какие-то интересные дела были с ними. Но они живут как бы своей собственной жизнью, вообще от меня не зависящей, эти персонажи. Это отдельная жизнь просто. Персонажи страстей списаны со знакомых и друзей. Ну да, они где-то там, не то, что они списаны со знакомых и друзей, они не списаны со знакомых и друзей. Какие-то отдельные черты характеров там встречаются, может быть, но совсем чуть-чуть. В целом... Да, есть у меня определенные ассоциации. Там с одной работы у меня чувак, он мне напоминает как бы Вольфрамова старичка. Значит, другой чувак там, он мне напоминает Модельяне немножко там какими-то своими идеями странными. Но в целом, да, как бы да, но тут-то и разное всякое бывает. Альбомы с историями, персонажи которых стали потом героями страстей. Как вообще это все создавалось? Ну, это создавалось, я уже тебе сказал, что это все создавалось так вот, от фонаря, по сути.
Это создавалось все просто на каком-то таком интересном состоянии, можно сказать, и на придумке всякой непонятной. Куда делась рифма, начиная с альбома «Сны одной ночи» и до «Острова сокровищ»? Ну, рифма, она где-то там все-таки мелькает периодически, даже в «Портале и мирах». Ну, мало ее, да, мало. Ну, потому что это все импровизация, это такой фристайл бесконечный. Начал я «Сны одной ночи», там просто заучивал тексты, потом забывал, наверное, может, и там вот где-то фристайл пошел. Но в целом, там, да, рифма нафиг не нужна нигде. Ну, это такой просто артхаусный рэпчик, можно сказать. Он такой непонятный. Но в целом я сам ничего не понимаю и не могу тебе сказать, почему. Что происходит вообще в «Снах одной ночи» и дальше. Там вот мне не нравится там транспорт, но там есть старые темы. Где рифма, там это все в основном написано, то, что было там. Но там то, где рифма, значит написано. А где рифма нет, значит это на ходу придумывается. Вот как бы простой ответ. Где рифмы нет, там на ходу придумывается. Это такой фристайл. Но не фристайл, а рифмованный. Я рифмованный могу придумывать, но ленюсь. В целом я ленюсь. И в целом это такой поток сознания какой-то разных историй. Там в целом, в основном, и ценность идет истории разных, и смешных и веселых. Вот. И такие вот дела. А вот это пропадает куда-то все нам. Где проекты типа «Синема ума», «Литра», «Театралка»? Ну, литра. Вот у тебя с ударениями какие-то явно проблемы. Ну, где они, литра, это... Я не знаю, мне интересно была «Синема ума», сейчас мне как-то лень ее делать, «Синема ума». Я больше люблю смотреть фильмы, а не о них говорить. Но я не доделал «Синема ума» многие, но, может, еще доделаю когда-нибудь. Сейчас пока хочется делать именно альбомчики и именно «Страсти». Ну, еще вот хочется делать вот «По спирали тех страстей» этот новый проект, который сейчас мы с тобой делаем. И да, вот его будем делать, я буду делать и буду задавать вопросы другим. Это вот интересней. А театралка, «Снима ума», литра, не интересный, но лениво. Но может когда-нибудь мы сделаем, может быть, изредка будем делать театралку, литру и «Снима ума». Но мне не хочется, лениво. Какие планы? Планы вот... «Петербургские страсти» делать, и «По спирали тех страстей» делать, и 11 альбом писать. А когда все устаканится в плане гармония какая-то будет, меньше... Ну, а может быть и раньше. В общем, будем еще делать мы, конечно же, 8-й альбом, который не доделан еще до 8-го альбома. Он очень важный, он очень такой закрученный. Он как раз и будет, наверное, называться «По спирали тех страстей», как и наша программа вот эта. Но, может быть, он не будет так называться. Будешь вести эту передачу? Буду вести я эту передачу. Она такая веселая, жизнерадостная, значит, передача «По спирали всех страстей». Мне нравится передача «По спирали всех страстей». Но она такая вот, мы уже тут целый балаболим, 32 минуты этой «Спирали страстей». Я не знаю даже, что дальше будет «По спирали всех страстей». Но как бы я хочу брать интервью у разных интересных людей, которые мне интересны. Я хочу, да, задавать вопросы, все это интересно. Вот, и я хочу, да, потому что отвечать мне сложнее, я туплю, я тупой, я как бы вначале говорил, что я очень тупой, и моя любимая песня от Кристи, я тупой, очень тупой, и я думаю, что это очень правильная песня про меня в целом, да, вот, такие вот интересные дела, могу я тебе, в общем-то, сказать нам. Теперь вопросы, на которые отвечать нужно коротко. Хорошо, коротко-то коротко. Только я, может быть, и не смогу коротко ответить, но я постараюсь. Коротко, давай, начинай свой блиц. Кто ты из персонажей «Петербургских страстей»? Ну, из персонажей «Петербургских страстей» я Трин 7 и есть, потому что Трин 7, между прочим, есть. А вот кто ты такая, я вот не знаю. Я думаю, что ты 2N8, но это не точно. Где-то стая юных тигров антилопу рвут на части. Я ответил тихо-тихо, разве в этом счастье? Чтоб прохладой насладиться, не поем мы песен старых, просто мы мужчины, играющие на электрогитарах, да? Знаем мы Башакова, но...
Мне известно это больше как у Кашина Павла. Мне нравится альбом «Герой», вообще огонь, хоть это и Башаков. Но я когда-нибудь обязательно доберусь до Башакова и послушаю Башакова. Но я еще не добирался. Но я постараюсь в этом году добраться до Башакова, потому что очень хочется услышать песни, которые в «Герое» в исполнении Башакова. Зачем записывать рэп, не попадая в биты, и петь, не попадая в ноты? Ну, я не знаю, зачем в биты не попадать и в ноты, но я не попадаю ни в биты, ни в ноты. Наверное, я зря все это затеял, но кто-то смотрит, может, слушает. Самые лучшие блогеры. Самые лучшие блогеры – это, конечно, Иван Гамас и Геннадий Горин. Я вот такой немножко консерватор, я люблю такие трэшовые истории, но мне кажется, это самые интересные блогеры вообще на земном шаре. И они интересно, они начинали родоначальники всего этого, и благодаря ним-то, в общем-то, и я тоже начал что-то делать, потому что это все очень интересно. Вот. А другие я не знаю, я другие не понимаю. А вот эти интересные всегда были интересные, такие самобытные они. И, в общем, здоровские, не знаю, мне нравится. Но то, что там разные истории были, ну и что, это ладно. Зато они честные были всегда и остаются. Будут ли фристайл-стримы? Ну, фристайл-стримы, это интересно. Я тут как раз накануне, тут на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Я, да, я слушал батл-стримы. Ой, то есть эти фристайл-стримы. И действительно, это здоровски, мне нравится. Я, может быть, хочу, да. Хочу, но это надо собираться, рэп-чаты включать. Лениво мне. Кого бы вызвал на батл? А никого бы не вызвал, потому что я за мирные, вообще за мирное все, чтобы мир был не война, а батлы — это друг друга оскорблять. Это очень плохо. Это очень негативно, это очень, очень плохо-приплохо. Зачитал бы буддийский рэп вместе с христианским рэпом от МС «Покайся». Ну, от МС «Покайся», да, может быть, это было бы очень здоровски. Я его хочу всегда встретить в городе. Я хожу специально у магазина «Слова» иногда. Ну, я шучу, не хожу там в магазин «Слова». Но я думаю, где МС «Покайся»? Давай, МС «Покайся», встреться со мной уже. Я тебе затирать буду. Но он-то, наверное, мне будет втирать про свою тему, понимаешь? Я не могу тоже его, как бы... С другой стороны, я не могу ему затирать свои темы, потому что это неправильно. У нас это не принято. Вот. Поэтому я, наверное, с МС «Покайся» буду ему поддакивать насчет христианства, потому что бодхисаттвы христианские, они тоже наши люди все. Ну, вот. Кем бы был в сериале «Школа»? В сериале «Школа» я бы был, наверное, бы другим каким-то персонажем, который появился бы в сериал «Школа» так и там всех пытался спасти. Я хочу попасть в сериал «Школа» и там всех спасать. Вот. Я думаю, что это можно так сделать, в сериале «Школа» всех спасать. Вот. Ну, вообще, в целом, я думаю, что скоро будет сюрприз для любителей сериала «Школа». Большой сюрприз будет от 3N7, да, от меня, в общем. Может быть, будет сюрприз. Но не очень скоро, но я думаю, что будет сюрприз от сериал «Школа». Но это не будет спасение персонажа, это будет другое несколько. В воскресенье перед школой ощущал чувство тревоги? Да, вот это клевый вопрос. Да, ощущал, я вообще ненавидел воскресенье, но как бы субботы я любил. А в воскресенье всегда ощущалось вечером тревога такая... Ой, опять в школу надо идти, страшно-престрашно. Школа — это вообще страшное заведение очень. Кто такие Роман Великолепный, 2 Ньютона, 8 и пастор Василий? Ну, значит, Роман Великолепный — это такой журналист, как бы в Брежлянске. Он летает там, все шпионит. Он шпионил, очень много стырил материалов из альбома «Остров сокровищ». Просто дохренище всего стырил этот Роман Великолепный. И выдавал там все каналу «Дождь» там сливал. Кому только не сливал это все вообще, этот Роман Великолепный. А 2N8 это такая как бы оппозиция, такая оппонент, как бы моя это альтер-эго, наоборот, как это сказать. Ну, такое как бы противоположность моя такая 2N8. Ну, это как бы она вот есть в «Петербургских страстях» тоже, она там появляется. Это же она вот как раз 2N8 освободила робота-хобота из шапок. Вот она освободила. А пастор Василий, такой протестантский пастор, он
очень веселый, жизнерадостный, он вообще, ну, он очень такой блудливый, распутный наркоман, и вообще пастор Василий — это очень страшный человек. Я бы рекомендовал с пастором Василием никогда не встречаться, но вообще он веселый, пастор Василий, этот пастор Василий, да, ну, в общем, роман великолепный, 2.8, пастор Василий. Пастор Василий, может быть, будет тоже в Петербургских страстях, 2.8 была, а этот роман великолепный, не знаю, может, будет в Петербургских страстях, но я думаю, что будет, да. Любимый тип закладок. Ну, это, конечно, стелсы такие в пластилинчике, которые в траве, да, мне очень нравятся стелсы, но... Это да, хороший тип закладок такой. Ну, вообще, мне нравятся закладки красивые, с мумитролями еще такие в книжке. Вот, я, конечно, о тех, которые в книжке. А я не знаю, о чем ты спросила, честно говоря. Любимый жанр в порно. Ну, тут интимный такой вопрос, конечно, ко мне. Ну, я не знаю, там могу сказать, мне нравится там поп, и мне нравится там, наверное... Вот мне VR в самом нравился, вот эти вот. Мне нравится, что он идет новые веяния. Но вообще я не хочу сейчас об этом говорить, потому что это очень такой вопрос. Не хочу рассказывать про жанры. Ну, жанры есть любимые, да, есть. Очень, очень много жанров любимых есть, да. Самый лучший спектакль. Самый лучший спектакль, в целом, наверное, я такой еще не ходил. Самый лучший. Мне нравится в Театре поколений, мне нравилось «Уезжаю». Очень современный, тому времени актуальнейший спектакль «Уезжаю». Классный, суперский спектакль. Инстинкт какой-то там у них еще был. Не основной инстинкт. Ну, в общем, было что-то такое еще интересное. У них королевое инстинкт пространства, что ли. Короче говоря, там вообще такие здоровские спектакли были, да. Но я не про то, что в Петропавловке уже они делали, а то, что еще тогда вот там, где мы как бы были, да, вот это были очень здоровские спектакли, интереснейшие такие, захватывающие спектакли. В целом, я не знаю, сейчас нету таких спектаклей, которые интересные. Вот, чтобы так вот сходил прямо и вау, и потом под впечатлением был месяцами, ходил с такими глазами, как члены блюдца, и рассказывал, о, да какой у меня спектакль был. Такого я не припомню. Ходит-бродит или ездит-катится? Ездит-катится, но ездит-катится нужна хорошая экшн-камера. Я хочу экшн-камеру хорошую, потому что то, что вот сейчас как бы снимается, ездит-катится, все трясется, все запотевает, все ничего не видно. И все непонятно. За какой контент на канале стыдно? Стыдно за контент, путешествия разные, потому что очень туплю. В целом, вот путешествия, я бы сейчас бы по-другому говорил бы все, более красиво, изъяснялся бы, ходил, любовался красотой. Сейчас никуда не попутешествовать, а я бы лучше все переписал. Я бы машина времени, я бы переписал бы все. По-новому все проходил, вот, так что давайте скорее изобретать машину времени, чтобы исправлять свои ошибочки. Шутка. 210 альбомов будет. Ну, 210 альбомов, может, и будет, но, наверное, не будет, конечно, это очень уж много, тем более много еще всяких затей, но будем к этому стремиться, конечно, к 210 альбомами. Может быть, найдем преемника, который будет потом дальше записывать. А может быть, клонируем себя. И будем, клоны будут продолжать деятельность на канале. Кто лучший в рэпе для тебя? Ну, я думаю, что мне вот у меня же был рэпчик, топчик, и там я сказал, что лучшим рэпером назову я Кинчева, наверное, да, там? Кинчева, потому что он сильно, хоть он рокер типа, но он же классный рэп у него, да. Но вообще мне нравится вот атмосфера, которую погружает Децл вот поздний. Это вообще такое шаманство интересное, там это все мантры вибрируют по перепонкам. Это очень здорово вообще, мы весь резонанс ощущаем на тонком. Это вообще мощнейшая штука. Еще мне нравилось, как бы очень нравилось МС Ньютон, но оказался продюсерский проект, это меня обманули. И мне нравится, конечно, рэпер А, да, рэпер А, вот это честный человек, остальные все какие-то нечестные.
Если говорить, то и там где-то папин проект, там где-то, там вот потом Децл молодец, он действительно литрюк когда стал, он очень здоровски все сделал, и его действительно, скорее всего, загубил кровавый палач диктатор. А так-то в целом, я думаю, что это очень мощная вещь вообще. Он вот рэпера, рэпера, да, вот это честный. В общем, я больше остальных честных, ну, я не очень разбираюсь, на самом деле, в рэпе, да. Но рэпера это вообще здорово. Но куда же делись те дедушки, что играли в домино у тебя под балконом? Ну, дедушки куда только не делись. И в туалеты кошачьи делись, сидят там, как выписывают. И потом как теточки дерут. И дедушки делись, и в смартфоны сидят, залипают, в шарики играют, и... И даже вот сейчас в окопах сидят эти дедушки, и даже куда они только не делись, эти дедушки, которые под балконом в домино играли. Да вот где их только нет сейчас, вот где-то, может, и в облаках грозовых они летают, эти дедушки. Где их только нет, этих дедушек, которые в домино-то играли у меня под балконом. Вот я тебе что скажу. Вот, чё ты молчишь-то вообще? Спасибо за интервью. Да, всем тоже спасибо за внимание. Это был пилотный выпуск передачи, которая называется «По спирали всех страстей», хотя вообще изначально мы ее хотели назвать по-другому. «Это жизнь прямым эфиром» мы ее хотели назвать, но назвали «По спирали всех страстей». Наверное, так получается поэтичнее, но, с другой стороны... Тут как бы если аббревиатуры делать, то будет ПСТС или по СТС, да, как бы. Но это не отсылка к каналу СТС, это случайно получилось. Но если бы мы сделали это же с прямым эфиром, там бы было бы Ж, П, ЖП бы какое-то получилось, это не очень. Поэтому постараюсь всех страстей, они интереснее получилось. В общем, всем спасибо за внимание. Первый выпуск, может быть, скоро будет, если мы договоримся с теми, с кем. В общем, наша задача сейчас выйти на людей, с которыми мы будем брать интервью. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!